В Люберцах продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. Ее можно сделать во всех поликлиниках округа. Не вакцинировались от ковида? Да, вот у меня. Угу. Нормально перенесли? Нормально. Перед вакцинацией доктор узнает у пациента о наличии хронических заболеваний, измеряет давление, температуру, пульс и сатурацию крови. Если все в норме и жалоб на здоровье нет, приглашают в процедурный кабинет. Глупо не соглашаться делать, понимаете? Вот. Тем более я пожелаю людям старшего возраста. Им делать надо обязательно. Заболеваний много, так что проблем может быть очень много. Вакцинация проходит хорошо, люди активно ходят, вакцинируются. У некоторых наблюдается повышение температуры, легкое недомогание. Но это после любой вакцинации бывает. Покраснение в области укола. А так сложных от таких осложнений нет. Чтобы сделать прививку, нужно записаться на прием к терапевту через колл-центр по номеру 122 или портал госуслуг.